И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на локальном сервере, все так же с модом Ark Comes Alive. И, собственно, сегодня я хочу вам рассказать, ну, собственно, по названию-то вы и так поняли, о чем хочу рассказать. Я хочу рассказать об Origin Matrix и... Как же этот предмет там называется? Провисончик? Origin Element. В общем, хочу рассказать о том, как их добывать и что вы с этого поимеете дополнительно. Ну, а также, как не сдохнуть от него. от добычи этого ресурса. Как вы знаете, не знаете, но Origin Matrix создается и Toxic Blood. Артефакт неуязвимости и Chief Soul. Как Chief Soul добывать, мы уже прекрасно знаем, а вот как добывать артефакт неуязвимости, знают не все. И если честно, мне пришлось даже смотреть гайды. Вот такой позор мне, но мне пришлось смотреть гайды. Графику, кстати, поставил заглашенность, не знаю, посмотрю, как это будет выглядеть на видео. Может, будет все-таки получше графика. Но в целом, пока что очень сильно мыльно. Ну да ладно. Как говорится, FPS она не понижает, да и фиг с ней. Вроде бы не понижает. Я построился как бы недалеко, и в целом самая легкая пещера, судя по гайду, да и в целом, как бы в безмодовом состоянии, там самое безопасное место и по добыче артефакта. Артефакта неуязвимости. Ну и, собственно... Те, кто следит за моим каналом, уже поняли, где это находится фигня, в какой пещере и как ее добывать. Точнее, как к ней мне было тяжело прорваться. И в этом, пожалуй, такая основная проблемка. Эта пещерка находится, точнее, вход в пещеру находится... О, красный рекс, прикольно. Вот, эта пещера находится напротив синего обелиска. Ты же синий обелиск, да, ты синий обелиск. Ну вот, как видите, здесь у меня стоят фундаменты, стоят три кровати двухъярусные, чтобы быстрее спавниться и так далее. Для чего они стоят, я уже рассказывал в одном из видео, название вроде бы «Туча», что ли, «Динозавров» или «Врагов», я не знаю, как, точнее, не помню, как я ее назвал, но суть в том, что «Туча». Вот, попадаем в эту пещеру и сразу же встречаем врагов. На немодовых серверах вы встретите врагов очень мало, примерно вот как я сейчас встречаю. На модовых серверах вы встретите их сраного тучу. Так, нет, все-таки давайте-ка попробуем, я заглаженность уберу вообще к чертям собачьим, чтобы ее не было. Потому что, включая запись, еще вот это вот надо тоже убирать. Включая запись, мы замечаем, что очень сильно все плохо, короче. И в пещере это очень сильная проблема. Ладно, не будем замечать их. Я здесь периодически хожу за этими корами и периодически их чищу. Вот. Да, конечно, я могу, типа, с гранника их все поубивать, и все хорошо будет. Но мы имеем одну проблему, которую я уже рассказывал. Если убивать вот этих вот козлин, видите, да? Я нанес 645 тысяч, а по мне задамажило в ответку. То есть, когда я по ним бью, то мне в ответку идет урон. Ну, рефлект, простому говоря. Так вот, если я попаду слишком по много количеству врагов, то они сразу же по мне, так сказать, я сразу же откопычиваюсь от этого дела. Вот. Спавнятся они очень быстро, даже несмотря на то, что я ставил это все дело, то есть, чтобы меньше спавн и так далее. Ну, да и ладно. Так, ладно, сейчас я уже тут зачищу, что там вообще по беспределу их слишком много стало. Ну вот, немного подзачистив, ну как немного, очень много подзачистив, мы прорываемся вперед. Просто они работают как падальщики, и если появляются трупы, то они сразу же бегут их сжирать. Ну это проблема этого мода, и все очень плохо. Этого мода, анунаки мода и так далее. Как видите, в пещере и так FPS очень фиговый, поэтому такая вот с ним проблемка. Да и плюс мои все граники попереломались, потому что я
попадал в клопендр этих архи, не помню, короче. Многоножек, если по-простому говоря, если на нам привычный язык переводить. Вот, здесь в воде тоже такая есть внутри проблема. И, кстати, а мы уже видим этот артефакт. Ну-ка, давайте-ка глянем. Ящик с припасами. Ну да, практически видим этот артефакт. Вот он, ящик с припасами, да? И где-то в том районе недалеко должен быть... Ням-ням-ням. Нужен нам ящик с... Чпонькс? Ранео, нет, это не то, что мне нужно. Так, мне надо завалить вот это говнище. А, отлично. А, fuck off! Вот у нас та самая проблемка, с которой я обычно сталкивался, когда я зачищал эту локацию. Ладно, сейчас вернусь. Ну вот. Так сказать, вернувшись, одевшись, выкинув все лишнее, мы погружаемся в воду. Самое главное, чтобы не было вокруг врагов, потому что тут иногда плавают сарка. А нет, кстати, это другой ящик поставки. Это немножечко не тот. Нам же нужно спускаться в самую глубь. Я могу спускаться без акваланга, так как у меня есть чиф, костюм чифа, и я спокойно, со спокойной душой, так сказать, могу его использовать. Погружаемся на дно и находим вот такой вот контейнер для артефактов. Собственно, здесь мы и берем нужную нам добычу. Где-то, а вот ящик с припасами. Второй дошел вон. Кстати, о, прикольно, легендарная каменная кирка. Кстати, здесь нам может пригодиться вот такая вот штука, как гарпун. Так мы очень быстро добираемся до поверхности, садимся на мишаню. Кстати, в пещеру лучше всего брать несколько мишань. Кстати, прикольно, как трофей пойдет. Лучше брать несколько мишань, так как один медведь, короче... Один динозавр, то есть любое животное, прирученное, неприрученное, один человек может брать только лишь один артефакт одного типа. Поэтому, собственно, как бы вы не хотели, но, к сожалению, вы сможете взять только один. Спускаемся сразу на дно и ждем. Артефакты, они появляются довольно-таки быстро и появляются всегда в одном и том же месте. Вся проблема в том, что я обычно забываю, где этот артефакт респается. Вот он, как видите, уже респанулся. Ну, по времени вы можете и сами засечь, сколько это по времени прошло. И все. Дальше выбираемся наружу. Если бы у меня сейчас было бы несколько мишанек, я бы их всех бы загрузил. Но у меня только я и, собственно, мишанька. Пытаемся закинуть. Не можем, потому что, собственно, ничего и не должно получиться. Ну и возвращаемся на базу. Кстати, на базу-то мы вернуться успеем. Я хотел вам показать вот такую вот местность. Находится на карте, вы примерно понимаете где. И, собственно, ничего не примечательного здесь нету. Так сказать, обычные руины, которые редко кто замечает. Но, если погрузиться вглубь руин... Тихо-тихо-тихо, аккуратненько. Заходим вовнутрь и видим воду. Соответственно, спускаемся под воду. Плывем дальше. Так, здесь на верхнее не нужно. Что-то я затупил. Спускаемся ниже. Плывем себе, плывем, плывем, плывем. И попадаем в то самое место, где находится наш артефакт. Здесь, кстати, намного быстрее добраться и... Через мобов прорваться не надо. Единственный только возможный вариант, что они где-нибудь здесь наверху заспавнятся и к вам в итоге все равно приплывут. Но для этого у вас есть хук, который вас очень быстро доставит к артефакту и от артефакта. Все. А вот теперь уже точно на базу. Ну и продолжаем, собственно, закинув сюда уже артефакт неуязвимости, Toxic Blood и Chief Soul, мы получаем Origin Matrix. Вот давайте возьмем их три штучки, я думаю, нам хватит для неких тестов.
Так, кто же у нас? Вот это вроде бы у меня по бассейне. Кстати, вот это получился. У меня, смотрите, 21,5 миллиона хп и 21,5 тысячи дамаг. А второй клонированный 19,5 тысячи дамага, но 23,5 тысячи хп. 23,5 миллиона хп. Так что, довольно-таки себе неплохо. Что-то чифсову делают. И, кстати, да, я очень много состряпал бутыльков хилок на тот случай, чтобы они вообще у меня были. Такс, давайте я сейчас скину чифсовы, чтобы они мне тут не болтались. И не мешали мне. Так, ну ладно, это пускай мне сюда скину. Потом я это все починю. А, ну, кстати, давай я вот это тоже все скину. Мне сейчас, по сути, ни к чему, так как у меня все сломано. Такс. Ненавижу эти прогрузки, меня просто раздражает. Я посмотрел, а делать нефиг, думаю, посмотрю последний из видосов. И просто смотрю там, ёбарас, это там, фризы эти, пролаги. Господи, ну как вы их смотрите, это видос? У меня просто, на такое желание появилось просто удалить канал и снимать больше арк. Ну ладно, подождем, пока я начну снимать на сервере, что да как там, да где будет, и уже там посмотрим, что будем делать. Кстати, я проверил, протестил, ориджины, они не дамажат по каменным постройкам, то есть дамаг не проходит. Так что в этом плане только чифы имеют такое преимущество против построек. Поэтому есть смысл на этакой самодельной арене использовать. Типа арена, все дела. Но у нас есть другая штука. Так, убегаем. Конечно, здесь, если я построю большое количество фотонок, я потом сделаю эту арену как надо. Я потом поставлю фотонки, чтобы убивали суммонов, и все будет полегче. У нас есть вот такая вот штука. Не такая штука, а вот такая вот штука есть. Погоди-ка. А, у меня вообще чипсоулов нету. Есть вот такая вот штука, как арена-телепортер. Телепортер. И, собственно... Заюзав ее, мы перемещаемся на арену. Арена телепортирует всех, кто находится в области. И тем самым мы можем уже туда перемещаться. Кстати, я насчет Ориджина не знаю, туда он вообще заспавнится, нет. Но Саважи и... Саважи и Чифов вызывать там можно. Причем это довольно-таки легко там вызывать. Так, переместившись... на арену мы появляемся вот такой вот маленькой, закрытой полностью сверху снизу локации. В целом локация прикольная. Я здесь оббегал, и здесь только единственное есть это вот такой вот обелиск, который, как я понял, он постоянно вызывает... вызывает Саважей, либо Чифов, если вложить туда... нужный ингредиент. То есть, если я положу альфа-сердца и токсик блад, то он постоянно будет вызывать чифов. Честно, я не рискую. И не рисковал бы вообще даже близко. Даже если я нажму старт сумминг, то ничего не будет происходить. Давайте посмотрим, можно ли здесь вызвать Ориджина. В целом, почему-то локация очень удобна, она закрытая. И здесь как бы ничего никуда, никак, ни зачем. Кстати, на карте мы появляемся вот здесь, так сказать, в старых добрых местах. И практически прям, да, над водопадом или под водопадом, я не знаю где-то точно, но примерно в районе водопада, а именно вот этого перехода. Кстати, по точке надо ориентироваться или по надписи МЕ? Я вот это, кстати, до сих пор допереть не могу, как нужно правильно ориентироваться. Дебильная карта, странная, безмозглая. Кто ее создавал и кто ответственный за эту карту, тот криворукий козел. Ну ладно, фиг да с этой картой. Так, убираем на всякий случай. Это выкинем. Используем Ориджин. Так, нормально, судя по высоте, он должен влезть. Ориджин, Матрикс. Прикольная музыка. Используем Ориджин Матрикс и... все. То есть сейчас мы имеем
Да, нормально. Пот на регенерацию я имею, и все хорошо. Здесь можно сразу же с собой вместе пригнать несколько динозавров, чтобы было намного легче, так сказать, убивать и так далее. Динозавров, мешаник и так далее. Собственно, вот он сам, тот самый Ориджин. Давайте посмотрим его. Так, ну, блин. Черт побери, я уже не могу посмотреть, потому что у меня уже все... уже сумоны сразу же заполонили этот мир. Так, 110 лямов мы это сразу же в нем видим. И это, кстати, мне повезло. Он такой слабенький заспавнился. Вот так это все выглядит со стороны. Справимся в стеночку. И без лишних заморочек оглушим супостата, назовем так. Так, нужно срочно похиляться уже. Бью я правой кнопкой мыши, чтоб бил он дамага больше наносил. 839 тысяч это он наносит дамаг именно по чифу. Так, давайте прорвемся. По сумонам он бьет намного меньше, но у них и хп намного меньше. Конечно, самый тяжелый это все-таки из всех, так сказать, на кого я нападал, назовем так, это он самый тяжелый. Он реально самый тяжелый, и его самое тяжело убивать. А именно в основном из-за того, что приходится очень много хиляться. Очень много приходится хиляться. После того, как мы его убили всех сумонов, чтобы можно было спокойно слезть, можно залутаться. Тем самым мы получаем Origin элемент, ну и всякие ресурсы. Кстати, сейчас прям очень скудненько получилось, но, как я понял, в каждом Origin боссе один Origin элемент. Ну что, давайте еще вызовем. Что, у нас времечко-то есть? Давайте еще одна. Ой, зашел. Времечко есть, давайте вызовем еще одного. И давайте отойдем сразу же подальше. Была возможность посмотреть, что да когда где. Кстати, мне этот бинокль реально прикольнул. Он показывает не только сторону света, как бы координаты и так далее, но он еще все звуки, там куда ты направляешься, все звуки показывает. То есть, если кто-то говорит, то, наверное, это будет слышно. Как бы я не проверял. Так. Заспавнился. О, 66 лямов. И, кстати, 180 левел. Повезло. Несказанно повезло. Левел очень маленький. И если бы он еще бы сумонов не вызывал, вообще было бы зачетненько. Ну да ладно. Так, прорыв. Не так. Видите, в чем основная проблема? Они толкаются. Они постоянно толкаются и вносят за пределы, так сказать, так твою ж медь. И ты начинаешь промахиваться. Просто тупо начинаешь не попадать по боссу, и у меня с этим была проблема. То, что мне пришлось даже три бутыля захавать, потому что я не мог попасть по боссу по-нормальному, и все было очень даже плохо. Так, ну сейчас, как видите, легко справляюсь, но все равно. Босс хоть и слабенький, но напрягает. Напрягает, конкретно прям напрягает. Тем, что он козел. И встает туда, куда не нужно. Все, Origin босс убил. Origin босса. Сейчас валим сумонов. Бутылечек сейчас уже выпью тогда, когда, собственно, всех сумонов завалю, чтобы немножечко лишнего не тратить. Я очень рассчитываю на то, что сумочка... Ага, вот на сумочке все нормально. Так, использовать. Давайте посмотрим, что нам выпало. Ну вот, собственно, стандартный набор того, что выпадает обычно. Такс. Ну и третьего босса
Мы просто посмотрим лут. Не, ну я это не мог не показать. 40 лямов хп. Вот это мне сейчас конкретно фартануло. Вот прям фартануло, так фартануло. Блин, не, ладно, давайте все-таки я его тоже вальну, так сказать, на камеру, все дела, я ж такой весь такой, о, я убиваю боссов и все в таком духе. Ну просто, короче, 40 лямов реально это просто завалить, не завалить, а как делать нефиг. Вот. Учитывая, что я более или менее такое нашел место, которое хоть что-то мне дает. И, кстати, вот, просто смотрите, сколько я уже отнял, сколько я дамажу, сколько я с ними дерусь и сколько хп у меня отнялось. То есть практически нифига. Да, потому что он по мне не попадал, пока я был там. Вот я пока был здесь, он по мне не попадал своим пламенем. И тем самым меня не поджарил. Весь основной дамаг мы получаем именно от поджарки. Все, Origin Boss сдох, и, как видите, все очень даже легко. Правильно выбранное место очень облегчит все это дело. Смертоубийство. Давай уже вставай, куда мне нужно, и все. Отлично. Всех миньонов забили, миньонов сумонов, и все хорошо. Здесь уже набор так получше, но опять-таки же тоже полная Г, и нам это все нафиг не нужно, все эти стрелы и так далее, в основном нужно вот это вот. В этот раз мне повезло, и ни одного телепорта на арену мне не выпало. Потому что реально было очень обломно, когда я убиваю босса, и там просто арена-телепортер лежит, и все, я так смотрю. Чё? Ладно, думаю, убиваю всех сумонов, думаю, ну мало ли, нет, нифига, короче, полная гадость. О, прикольно. Камешки, все дела. Как же выбраться из этой арены? Очень просто. Использовать. И мы перемещаемся в то же самое место, откуда мы и телепортировались. Потихонечку, прогрузочка, все дела. Собственно... Как видите, боссов убивать довольно-таки легко. И если грамотно состряпать себе убивальную, назовем так, можно так сказать, ферму Origin боссов, то это довольно-таки будет легко. Вся загвоздка будет именно в артефактах. Оп, я переместился в то самое место, откуда я, так сказать, откуда я все это и начинал. Где начинал, туда и вернулся, так сказать. Вот, как бы основная проблема она же и не проблема, блин, я застрял, это просто состряпать куб, реально куб можно состряпать и без лишних заморочек, состряпать себе маленький такой вот там гаражик, и туда вот так задницы зайти, и стоять просто наяривать по ним, а сверху где-нибудь будут стоять плазмопушки, и будут убивать и стрелять сверху. Как это реализовать, я еще придумаю, когда будет время. Ну, а сегодня на этом все. Я вам рассказал, кто такие Origin боссы, как их вызывать, что для этого нужно, как добывать артефакты, что такое Origin элемент и, собственно, как добывать тот самый Origin элемент. А даже больше я еще рассказал про арена-телепортер. Да, интересная штука, интересная арена и довольно-таки прикольная. И все, на этом все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, делиться своим мнением в комментариях, самое главное. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.